Друзья, сейчас будет большая дегустация. Будем пробовать новинки от Мираторга. Луковые кольца и корн-доги. И авторские острые соусы. Тут много видов, попробую несколько. Колец тут много, взял по акции за 110 рублей. Жарим с двух сторон до румяной корочки, пока не пожарим. Вот так вот выглядят кольца, теперь корн-доги. Пробуем сначала в чистом виде луковые кольца. Как будто какое-то пюре из лука внутри. Ну а так вкусные, хрустящие. За сотку пойдет. Сосиска сама вкусная, но слой панировки очень тонкий. На сковородке вкусно, а вот в микроволновке я грел, было невкусно. Так что делайте на сковородке, если будете покупать. Ну а теперь, собственно, то, ради чего мы здесь собрались. Пробуем соусы. Этот соус я уже вчера открыл, запекал в нем ребра. Он с вялеными томатами, а вяленые томаты я люблю. Пробуем соус с вялеными томатами. Это моя любимая заготовка. Какой он на вкус. 2 остринки из 5. Я фанат острого. Для кого-то он покажется острым, а для меня это такая приятная острота. С нотками томатов и базилика. Мне понравилось, прям для меня. Следующий на очереди вот такой вот огуречный соус. Очень интересно попробовать, острота 1 из 5. Запах соленых огурцов. И консистенция огуречная. Вот это прям необычно. Офигенное сочетание, остро-огуречное. 10 из 10. Вот этот еще очень интересно попробовать, острота 3 из 10. Пюре лемонграсса, цитрусовые нотки и так далее. Фенхель. Сейчас попробуем. Ох, приятно как пахнет. По консистенции он более жидкий. Очень необычный. Приятная, не сильная острота. Обновлю рецепторы. Вот такой очень интересно попробовать. Соус барбекю, острота 2 из 5 с копченым перцем халапеньо. Сразу запах копчения бьет в нос. Приятный запах копчения. Пахнет офигенно. Офигенный соус. Вот это пока мой фаворит. Очень приятная острота. Этот соус я бы добавлял в какие-нибудь хот-доги. Ребрышки барбекю бы готовил с ним. Мне он прямо зашел. Надо еще такой взять. На каждый соус найдется свой любитель. Вот мои фавориты. Вот эти два. Остальные попробую позже. Я у них еще специи зачетные приобрел. Вот с этими хлопьями чили я вчера готовил уже. И вот еще какие-то специи еще не открывал. В общем, друзья, рекомендую. Ссылку оставляю в комментариях.